Всем привет! С вами Анастасия Зубова. Сегодня хочу поделиться рецептом маски для волос. Берем 1 столовую ложку горчицы, 1 чайную ложку сахара, отделяем от куриного яйца желток, добавляем его в нашу смесь. И самое главное, самое важное, это ампульный концентрат Faberlic серии Эксперт. В нем масло авокадо и масло амаранта. Продается он в ампуле. Открываем ампулу, добавляем полностью весь концентрат. И нам еще понадобится 1 столовая ложка кастрового масла. Добавляем к нашей смеси и все тщательно перемешиваем, чтобы масса стала однородной. Намазываем ей корни волос, надеваем полиэтиленовую шапочку, а сверху укутываем голову полотенцем и так ходим час. Моем голову своей любимой шампунью. У меня же это шампунь Ultra Power Expert Faberlic. Сушим волосы и смотрим на результат. У меня волосы высохли естественным путем, а можно воспользоваться феном. Посмотрите, какие волосы блестящие, гладкие. У корней ничего нет, никакой жирности. Очень хорошее ощущение. Мне эта маска очень нравится. С ампульным концентратом от Faberlic эффект становится еще круче, потому что в составе есть масло авокадо и масло амаранта. Также этот концентрат можно добавлять в краску для волос. Чтобы приобрести данную продукцию от Faberlic, читайте описание под этим видео. Спасибо большое за внимание, всем отличного настроения и до новых встреч!